парк Скайгарден в Сеуле. Власти Сеула давно заботил вопрос, касающийся благоустройства района, расположенного рядом с центральным городским вокзалом, в котором и находится знаменитая эстакада протяженностью почти 1 километр. Был объявлен конкурс дизайн-проектов, который выиграло архитектурное бюро из Нидерландов. На данный момент эстакада, построенная почти полвека назад, имеет вид линейного сада, где высажено огромное количество видов растений, большая часть из которых произрастает на территории Кореи. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.